люди, которых объединяет порыв творчества и страсть к написанию текстов, собрались в одном месте ради благого дела. Журналисты и медийщики Ульяновской области в честь Дня российской печати приняли участие в донорской акции. Ее инициатором стал Департамент массовой коммуникации Управления информационной политики администрации губернатора Ульяновской области. Охотную идею поддержали и в правительстве региона. Всего сдать кровь в этот день пришли около 30 работников СМИ. Для кого-то этот процесс был в диковинку, а некоторые знакомы с ним давно. К примеру, являются почетными донорами или усердно стремятся к этому статусу. Все начинается с соблюдения диеты. С вечера ничего не кушать, а с утра желательно выпить сладкий чай или кофе. Непосредственно на станции всех желающих сдать кровь ждет обход трех кабинетов: регистрация, осмотр врача и анализ крови. Это нужно для определения уровня гемоглобина и допуска или недопуска в операционную. Организаторы массового похода работников медийной сферы на станцию, да и сами журналисты надеются, что акция станет доброй традицией. Средства на компенсацию питания донорам представители СМИ не забрали себе, а коллективно решили направить в благотворительный фонд «Дари добро» в помощь приюту для животных. Рената Алиулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.